Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Итак, напоминаю, на наших каналах вызвал большой интерес цикл моих публикаций о пророчествах, чего я никак не ожидал. Точнее, большой интерес вызвал цикл об одном единственном пророчестве, которое, как выяснилось, подтверждают практически все великие пророки. Пророчествие о том, что Путин скоро уйдет, и на его место придет действительно великий лидер, белый всадник или великий гончар. А в России наступит золотой век, и наша страна станет самой великой и процветающей страной в мире. Для меня это оказалось полнейшей неожиданностью. Хотя я всерьез отношусь к пророчествам. С позиции ноосферного мировоззрения они возможны. И существует специальная методика, позволяющая видеть будущее. Гипнотическая прогрессия. Но об этом я уже рассказал в предыдущих публикациях. Напоминаю, эти публикации объединены в подборку «Белый всадник». Ссылка будет под роликом. Главное в этом пророчестве, впрочем, даже не скорый уход Путина. Хотя по успеху публикации ясно, как он всем нормальным людям уже надоел. Но главное все же то, что «Белый всадник» сделает Россию самой великой и процветающей страной в мире. И с его приходом наступит золотой век. Сделает он это через новую идеологию, которая, наконец, позволит организовать общество разумно и справедливо. У Ивана Ефремова с рассказа о пророчествах, которого я начал данный цикл, это звучит так. Наступит первая ноосферная эра, эра мирового воссоединения, ЭМВ. Но, повторяю, для меня оказалось полнейшей неожиданностью, что это пророчество подтверждают действительно все великие пророки, предвидения которых действительно сбывались. Я уже рассказал о пророчествах об этом Вольфа Мессинга, Ванге, Нострадамуса. И вот мы дошли до еще одного пророка, который лично для меня очень интересен. До Парацельса. Почему лично для меня он очень интересен? Представьте себе потому, что он был алхимиком. Советский научный коммунизм, который не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму, написал в свое время столько дичайших глупостей в наукообразной обертке, что туши свет, кидай гранату. И одна из таких глупостей – это объявление алхимии лженаукой. Кстати, в наше время ее уже лженаукой не называют. Сейчас она официально считается протонаукой. Хотя, конечно, и это не самое умное, но это уже точно прогресс. В современной науке, думаю, нужно куда серьезнее относиться к алхимии и куда детальнее изучать ее наследие. И, к счастью, серьезные ученые это уже понимают и довольно давно. Кстати, вот как выглядел Парацельс. Очень серьезно к алхимии относился и так часто упоминаемый мною Иван Ефремов. Здесь очень показательно его отношение к творчеству и наследию удивительного человека, Жака Бержье, которого часто называют последним алхимиком, а также главной его книги «Утро магов». Вот, кстати, как выглядел Жак Бержье. А вот как выглядит одна из обложек книги «Утро магов». Конечно, главная часть книги – это исследование деятельности Ананербы и вообще оккультной части гитлеровского нацизма. Но наибольший интерес здесь все же представляет не это, а то, что в оккультной части нацизма тоже далеко не все лженаука. Как много десятилетий опять же пытаются убедить нас научные коммунисты. Известно, что у Ивана Ефремова и Жака Бержье была переписка. Равно как известно, что прочитав «Лезвие бритвы», Жак Бержье сам написал ему письмо, в котором сказал: «Да вы, батенька, алхимик». Кстати, Жак Бержье по происхождению одессит. И, скажем так, его русское имя – Яков Михайлович Бергер. Но мир его считает французом. И для этого, конечно, уже есть все основания. Он родился в 1912 году, но во Францию переехал в 1925. То есть еще будучи ребенком. И дальше у него там была очень бурная жизнь. Он стал ученым, оккультистом, журналистом, писателем, бойцом французского сопротивления, публицистом. В
Впрочем, список его специальностей очень большой, и его придется продолжать очень долго. Еще он изучил 14 языков. Мне бы, конечно, хотелось рассказать куда больше об этом удивительном человеке и его наследии. Тем более, что книга «Утро магов» у него далеко не единственная. И надеюсь, мы об этом еще поговорим. Но пока не будем далеко уходить от темы. Напоминаю, главных направлений работы в алхимии 2. Трансмутация и достижение индивидуального биологического бессмертия. Трансмутация – это превращение одних металлов в другие. Напоминаю, главными здесь были попытки научиться превращать свинец в золото. Кстати, Бержье утверждал, что ему удалось алхимическим путем превратить натрий в бериллий. Но с бессмертием, думаю, и так все понятно. Есть мнение, что Иван Ефремов утверждал, что бессмертие невозможно. И прямо сказал об этом в интервью журналу «Техника молодежи» в 1968 году перед публикацией журнальной версии романа «Час быка». Да только я этому интервью не поверил. Поскольку все творчество Ивана Ефремова пронизано мыслью, что победа над смертью – это одна из главных целей ноосферного мировоззрения. Вот, кстати, характерная цитата из его романа «Туманность Андромеды». «Разве миллиарды безвестных костяков, безвестных могилок не взывали к нам, не требовали и не укоряли? Мне видятся миллиарды прошедших человеческих жизней, у которых, как песок между пальцев, мгновенно утекла молодость, красота и радость жизни. Они требуют раскрыть великую загадку времени, вступить в борьбу с ним». Ну а то, что алхимической символики в его произведении хоть отбавляй, думаю, просто очевидно. Вот почему меня так и заинтересовало пророчество древнего алхимика Парацельса о России. И в этом пророчестве, получается, уже нет ничего нового. Оно полностью совпадает с указанными пророчествами Ивана Ефремова, Вольфа Мессинга, Ванги, Нострадамуса. Он писал, что Россию после многих веков упадка ждет огромный расцвет. И произойдет это в 2041 году. Впрочем, точнее, Парацельс сказал, через 500 лет после его смерти. Давайте посмотрим видеофрагмент об этом с роликом с канала «Осознание». Парацельс, 1493-1541 год, который был не только алхимиком и целителем, но и известным предсказателем, в книге «Оракулы» писал: «Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа – Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет. В этой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал, как о стране, может произойти нечто великое после всевозможных бедствий, будет и мощный великий расцвет с великим множеством всевозможных благ. Было указано и время этого расцвета. После 500 лет с момента смерти Парацельса выходит 2041 год». Итак, в очередной раз один из величайших пророков, добавлю, последователь Гермеса Трисмегиста, а учение Гермеса я считаю предтечей ноосферного, о чем я уже говорил, и к тому же алхимик, практически один в один повторяет то, что у нас здесь уже было сказано неоднократно. И повторюсь, сказано без всякого умысла с моей стороны. Для меня лично выход на все эти пророчества оказался полнейшей неожиданностью. Ну что ж, давайте, как говорится, будем посмотреть. Но мне очень сложно поверить, что все эти совпадения случайны. Впрочем, я почему-то всегда верил в великое будущее России и великое будущее человечества. Более того, я всегда верил, что это будущее будет не только великим, но и прекрасным. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно будет оказать помощь, будет под роликом.